Вот, это овал. Это овал. Это ты сделал такой овал? Да, это овал. Ну ты сейчас его погнешь. Это ку-ку. Это овал. Как яйцо, да? Яйцо овал. Как яйцо, это как яйцо. А где белый? Белый тут. А желтый? Вот. Желтый. А розовый? Нет. Розовый, посмотри внимательно. Где розовый? Вот я. Мы делаем маму. У меня же что, горло, слышишь? Вот. Голова красивая, ручки, ножки. А платьечко будем маме делать? Да. Какая мама без платьечка, да? Это такая мама? Так. Кто-кто? Платье. А, это платье. Мама такая. Коля. Колется, да, это проволочка такая. Но она такая мягенькая проволочка. Эй, мам. Ребята, я покажу вам, что сейчас будет кушать Полина. Здесь цукини, брокколи и немножко рапсового масла. Прочитала, что можно уже рапсовое масло ей чуть-чуть добавлять. Так что Полина сейчас будет есть эту вкусняшку. Неохотно, конечно, но будет. Ярик заказал молочную гречневую кашу. Обязательно с бананом. Просит белую кашу с бананом. Так что вот будет кушать. И Полина сейчас заберет у него кашу. Привет, ребята. Всем привет. У нас сегодня выходной день, суббота. Мы выбрались. У нас тут музей неандертальцев в нашей земле, на нашей земле, в северном Рейн-Вестфалии. Нашли когда-то останки неандертальцев. И тут сделали в связи с этим музей. И тут рядом есть еще небольшой такой сафари-парк в Вильдгейге. В общем, там, где животные в своих обычных условиях живут, как в дикой природе. Смотрите, какая стрела, забитая в камень. А тут водопад. Сейчас его нету. Но когда дожди, наверняка тут хороший водопад. И куда нам теперь идти? Знак вопроса, что мы тут интересного увидим? Ярик хочет увидеть уток. Ярик, ты боишься? Ребята, вот эта лошадь, которую мы вам только что показали, это дикая лошадь Тарпан. Кстати, в Украине есть поезд, который называется Тарпан. Просят их не кормить и пишут о том, что им тут очень комфортно, и они чувствуют себя как в отпуске. Ой, кто-то безжалостно вырезал в дереве сердце. Но это было, наверное, давно, потому что, видите, вот это, наверное, зарастает уже. Кому надо сверху было? Опять такой же умник вырезал, да? Да, сверху там, ну, выцарапало. Это прям вырезали кору. И тут опять. Да? Да, опять.
Ну это же надо. Упала елка, да? Вон там, посмотри, упала. Большая-большая. Они ее срезали. Снова ступеньки. Они с нас издеваются. Мы были не проинформированы. Здесь очень много ступенек. Ты задом идешь? Не-не, Ярик. Ты сейчас упадешь. Давай мне ручку. Нет. Ярик, ну посмотри, какие здесь корни, видишь? Да. Дерево выпустило свои корни. О. Осторожно. О, папа объехал эти ступеньки боком. Вот мы увидели диких, не знаю, это як или буйволы, буйволы. Ребята, смотрите, вот что значит выехать на отдых с детьми. Тут такой спуск, и мы сейчас коляску с Юлей спускаем. А тут посмотрите, какой будет подъем. Сколько мы будем подниматься. Ярик, присядь возле мамы. Ярик нашел себе бигвам. Смотри, тут можно огонь распалить, если будет холодно, да? Ярослав никогда не хочет в объектив смотреть. Да? Или хочет? Давай. Ты где, в домике? Да, ты да. Ребята, уже похож и на зубра, кстати. Худой только какой-то он. Этот бизон немного агрессивный. Как только близко к забору подходишь, к ограде, он сразу же в твою сторону, можно сказать, бросается. Ну правильно, надо читать инструкции. Тут вот написано, что сохраняйте расстояние до животного и до ограды. А я прямо с фотоаппаратом всунулся между решетки, между проволокой, засунул фотоаппарат и... Он сразу кинулся, подумал, что я что-то хочу ему дать скушать, может, не знаю, или что я вошел на его территорию. И он так кинулся в мою сторону. Я реально испугался, я вам серьезно говорю. Стоюсь, я ничего не ожидаю, он такой спокойный стоит себе, там что-то травку жует в метрах двух от меня. Я просовываю фотоаппарат в эту решетку, чтобы его сфотографировать. И только я просунул фотоаппарат, он резко разворачивается и в мою сторону как бросился. В общем, стрёмно. Полинка все проспала, да? Сколько мы катались по этому парку, она постоянно спала. Только-только проснулась. А что, здесь хорошо, свежий воздух, погода хорошая. Вот Ярик. Ярик постоянно ее за щечки щипает, как только... За эти щеки, она так кричит, ей так это не нравится. Сопротивляется. Ярик. Тут для диких пчел построили дикий улей. Вот так он выглядит. Видите? Только пчел нету. Ну зима, в принципе. Вот такой дом у них. Ярик трогает мозги. Ярослав, нельзя по голове бить, ты же знаешь.